Напомню, друзья, что для вас комментирует Микелиард. И это World Esports Championship квалификация. Сеа и китайская, соответственно, победитель этого Бо-3 отправляется прямиком в Китай, где уже в сентябре он будет, соответственно, играть. Спасибо за паузу, пишут команды. Ну и давайте пробежим тогда уж по тому, кто кого пикнул. MVP Феникс, Марч будет играть у нас на Death Profetке, Рейзен на Джаггернауте, QO на Шторм Спирите, Хин на Скаймейджи и Форыв на Брюмастере. С другой стороны, Титан пока что Охайо играет на Тайдхантере, Куху у нас на Вайпере. Ну и остальные пока что не пикнули. Вот, MVP берет себе снайпера. Xtink будет играть у нас на Рубике. Ну что ж. Значит, берет себе Ancient Operation. Ну и все здесь, я так подозреваю. Все готовы, ну и можно начинать. Фредди пишет Охайо. И ехала-ехала. По крайней мере, в паузе вроде не особо у меня FPS проседает, так что вполне-вполне можно смотреть. Так, начинается матч. Ну и что будут придумать одна и вторая команда? Мы сейчас посмотрим, кто куда разбежится. Смог наконец-то покупает Рубик. Я уж испугался, как же так, без ранней агрессии. Не может быть такого. Ну и вниз у нас идет сразу четыре персонажа. QO, Рейзен, Марч и Хин могут сейчас встретиться с пятеркой. Команды Титан. Видимо, Хайо впереди. Кстати, не самый айс тим впереди. Мог бы пойти Рубик. Но Рубик где-то далековато вот сейчас. Видим, что Рейзен может, кстати, попасться. Интересный заход от команды Титан, но спалится сейчас на Марче, да. Всех видно, и ничего тут уже не произойдет. Вчетвером против пятерых драться вряд ли кто-то захочет, но цепануть уже некого. Хотя вот Нет с Стингсом засели, я думаю, будут кого-то цеплять. Но нет, разошлись все-таки. Ну и Тайт идет на топ. Внизу у нас будет Куху вместе с двумя суппортами. Ну и на миде, соответственно, снайпер против Шторм Спирита. На мой взгляд, не самый лучший вариант это ставить Шторм Спирита против... Точнее, снайпера против Шторм Спирита. Чуть не оговорился. Хотя, с другой стороны, посмотрим, как MVP отыгрывает на нем. Плюс, может быть, какие-то ганги в мид. И тогда уже будет все полегче. Ну вот у Брюмастера могут быть проблемы. Стоять против Тайда будет немножечко печально. Стинг. Нет, стоят. Ждут, чтобы кого-нибудь цепануть, но... И спалились тут, и, соответственно, ничего не произойдет. Здесь на трипле самое интересное будет, конечно же, веселуха, потому что кто кого убьет, тут уже под вопросом. С другой стороны, два суппорта команды MVP довольно-таки сильно могут наваливать. Опять же, Джаггернаута под Battle Fury мы все знаем. 400 дэмэджа в лицо, это очень-очень больно. Но здесь... QO против снайпера. 4 на 2 против 3 на 2. Ну да, вначале это все вполне приятно и хорошо, но вопрос, что будет дальше.
на шестом уровне и так далее. Минуты с пятой тут самая веселуха-то и начнется на миде, но пока что все интересности только внизу. На топе у нас Порыв играет против Хайо, и тут мы видим, что... Вполне тут спокойненько. 4 на 0 против 9 на 3. Ну да, Тайт, конечно, будет давить этого брюмастера, и... Все будет интересно. Иллюзион. Так, напрягают здесь суппорты команды MVP Титанов, но тут особо ничего не получится. Все довольно-таки спокойно. Я так чувствую, что стрим повис, да, отличненько. Па-па-па-пам. Или все еще работает, непонятно. То работает, то нет. То работает, то нет. Причем у меня вроде все идет. Стрим, как бы, все хорошо, видно, но. Как это видно на стриме, я не понимаю. Задержка 2 минуты. Довольно-таки тяжеловато следить за этим всем. Но играли бы команды на лане, было бы полегче. Реагировать бы сразу. Ну, сейчас я прошу прощения, пытаюсь как-то изменить проблемы. Так, может быть, попробовать сделать так. У меня стрим идет, но почему звук идет на одном месте, вот это мне немножечко непонятно. Не, цепанули, кстати, сейчас Хина и отправили его в таверну. First Blood успела, конечно же, этого увидеть. Но еще тут напрягает Куху, кстати, Деспрофетку. Если сейчас ничего не вернется, то надо будет что-то с этим решать. Например, перезапустить стрим. Рейдена убили, ну и 2-0 в пользу Титан становится. Как-то у MVP не пошло с самого начала на трипле. Ну и вроде картинка там отвисла, насколько я вижу. Или не отвисла, не могу понять. Как-то стрим очень сильно лагает. На самом-то деле, и снайпер, кстати, на миде забирает тем временем Шторм Спирита. Вот так вот, говорил я, что снайпер не очень хорошо стоит против Шторма, и вот тебе на. Ой-ей, тут Куху залетел по тавер. И чуть не отправился в таверну. Ну все, вижу, что стрим пошел. И все более-менее начало нормально. Не знаю, что это за... Что это было. Может быть, Twitch лаганул так. Потому что у меня картинка шла. И отправлял все хорошо. NVP просто забрасывает ультимейтами QO, и QO подойти даже и не может особо. Видим, что 30 на 12 против 22 на 4, и очень хорошо здесь MVP выигрывает мид. Тайтхантер на топе, 36 на 9 против 17 на 1 Forif.
Рыбу очень-очень больно. Здесь, кстати, напали. Опять же, на команду MVP пытаются убить. Марча подцепили и убили. Ну и Рейзен здесь вряд ли также уйдет. Да, поставил он, конечно же, вард, но этого не хватило, чтобы выжить. Тем более, что вард всего лишь первого уровня. И 6-0 становится счет. Титаны давят просто на отлично. И все дальше и дальше. Все больше и больше будет проблем. Ну и Форрыв вместе с QOL на топе забирает тайда. 1-6 становится счет. И все. Вот теперь я точно полностью переключаюсь на дом. Все движется, все хорошо и все прекрасно. Мы продолжаем смотреть. Больше не буду отвлекаться. 7-я минута, 1-6 счет и титаны впереди. Причем титаны впереди не только по фрагам, но и по крипстату, как вы видите. На карте. Ну и, соответственно, по нетворцам там тоже, но переключимся на творчество чуть подальше. Но вот MVP решили попробовать задавить и начали забирать вышку на топе. Хаяк сюда, конечно, приходит. У него имеется ревейдж буквально через 2 секунды, но против троих опять же не попрешь. Хотя вот цепляет Рейзена и убивает его на ровном месте. Счет становится 1-7. Даже и не мог подумать сейчас Джаггернаут, что его просто так заберут через ревейдж. Radiant structures are fortified. Что у нас здесь внизу? Хин отводит крипочков. Здесь же у нас и Нет начинает его пилить. Ой-ой-ой, как больно Хину. Ну и отправляется он в таверну. Просто-напросто. Нет настолько уже жесткий, что отправляет один на один суппортом. Команда MVP. Ну и 1-8 становится счет. На топе также вышечка стоит. И ничего не получается просто-напросто у команды MVP. Ой-ой-ой-ой, можно уже кусать кулачки, потому что все очень-очень плохо. Давайте посмотрим на общую ценность. Да, и видим, что по нетворцам MVP проседает очень серьезно. Три топ-фармера — это титаны, и причем аппарат, видим, что по нетворцу почти такой же, как и мейн-фармер Марч, который вот... Шестой уровень и имеет всего лишь там 1900 дэлты. Проем, что буду заходить на Марча. Куху, кстати, как раз отпушивает немножечко крипочков. Да, и Марчу здесь сейчас будет очень-очень плохо. Стив вместе с Нэтом цепляет. Ну и под замедлением уже никуда не уходит Марч. Счет становится 1-9, да еще и плюс вышку сейчас. Скорее всего, заберут. Здесь пытается но QOL, ой-ой-ой, как больно QOL, но Хайо тоже приседает очень сильно. Тайд до сих пор еще живет, отбивается. И ничто ему не могут сделать. Три персонажа команды MVP. О, сюда еще залетает у нас ультимейт аппарата, правда, никуда. Ну и главное, отбили вышку и забрали вышку внизу, ребята, из команды Титан. Как-то совсем растерялись. Ребята из команды MVP, ничего у них не получается, но Форы сейчас пытается забрать вышку на топе, и то не дают, и является глиф от команды Титан, и ТП, правда, сюда нету. Ну что, Нет получил 6 уровень, Нет теперь будет только забрасывать ультимейтами и фармить себе потихоньку на агоним. Или же все-таки будет участвовать в файтах. Уху. Не успевает. Задинает свой тауэр, и... Ультимейт аппарата также никуда. Хотя нет, попал все-таки по Рейзену. Третьего уровня. Так что все довольно-таки хорошо. Ой-ой-ой, Нету очень больно здесь было. Ну и что он забирает себе второй фраг для своей команды. Ну и счет у него 1-1-1. QOL единственный, кто более-менее фармит вместе с Брюмастером. Марчи, конечно же, довольно-таки серьезные проблемы. Внизу его гномили. Очень сильно. Чё так, пришел и напрягает шторма. Такое чувство, что он здесь не один. А вот SkyMage, который сюда прилетает, могут быть проблемы теперь у Тайда. Хотя имеется Ravage. Может еще на развороте попробовать подраться. Будет ультимейтом аппарата, который попадает у нас в Хина. Вот он Ravage. И Хин должен умирать. Хотя нет. Да, все-таки умирает. И Хэй еще может отсюда уйти, потому что мана закончилась у шторма. И ничего тут уже не подел. Счет становится 2-10 на ровном месте. И все довольно-таки печально. Хотя вот залетает сюда. Тут же у нас еще был Риз. Рейзен и
с Джаггернаутом Battle Fury забрали. 3-10 становится счет. Чуть не отлег, а он отлег все-таки в миде, и Нед пытается забрать еще фурыва. Он, кстати, фуфука. Ну есть, кстати, шансы все-таки у команды MVP до сих пор они имеются. Видно, что по их пику в лейт игре они могут и могут очень многое. Но вопрос, дадут ли дойти до этого лита команда Титан. Что-то залетел на куху, ну и... отлетел обратно к своей вышке. Но решили забрать здесь Титан еще один тавер. И хорошо. Все будет хорошо. Пытался здесь Рубик на ультимейте Шторма залететь, но не получилось. Мама, конечно, не хватит так разгуливать довольно-таки долго. Ну что, Кьюоу с хостой в батле. Что он будет делать? Кстати, прожимает эту хосту и побежит куда-нибудь. Видят здесь ребята из команды VP, что на топе у нас имеются два игрока, теперь уже три. Нед также пропалился. Ну и в смоке. Ребята из команды MVP будут кого-то цеплять. Например, снайпера на ботом лейне. Ну и снайпер просто как чует, отбегает. Но вот здесь уже сзади Джаггер с ультимейтом, кстати, да, запрыгивает на MVP. Не совсем убивает. Кьюоу попытался залететь на тавер, закончилась мана. Ой-ой-ой, как больно сейчас Кьюоу должен умирать. Ультимейт аппарата попадает буквально-таки ни в кого. Ну и забирает двух игроков команды MVP. Неудачный смоуганг произошел. В итоге остались вдвоем. Титаны сейчас на высоте 4-12 счет. И... такое чувство, что меня кто-то досит, такое чувство, потому что интернет-то у меня все отлично, но вот что-то не так. Ну что, куку здесь. Ой-ой-ой, цепанули здесь фурыва, и фурыв отправляется в таверну. Очень легко и быстро. 4-13 счет, ну и титаны все дальше и дальше уходят вперед. Да, уже 7500 по голде и более 5000 по экспириенсу. У них имеется преимущество, а это преимущество нарастает с каждой минуты, и ничего не могут поделать, просто потому что нету никаких айтемов. Вот видим мы Шторм Спирита, у которого буквально-таки Квотерстав вместе с ПТ-шечкой, и больше ничего особенного-то и нет. У Брюмастера единственное, что Дайгер, даже ПТ пока что не имеет он. Ну и здесь Кстинг может сейчас найти двоих игроков, да, он видит их, под инвизом бегает, ну и сейчас попадут и Кьюоу вместе с Рейзеном. Ой-ой-ой, Куберта все-таки падает, но, скорее всего, разменяют на двух персонажей, что он, кстати, хорошо и выйдет. Ой-ой-ой, как еще и хорошо улетает у нас Джаггернаут. Кьюоу пытается убежать, делает наглое ТП. И это у него получается, да. Просто замечательно. MVP и Титаны развели титанов, я вот так хотел бы сказать, и при этом забрали курьера. Вот эта вызовка очень-очень хороша. Ну и, кстати, видно, что за MVP болеют больше, чем за титанов. 185 на 79 вымпелов. Так что корейская команда больше знаменита, чем титаны. Ну или, по крайней мере, не знамениты, а топят за них больше народу. Но с другой стороны, это не позволяет им играть лучше. Но опять же, все может быть. Сука заходит сюда на Кьюоу. Какое в эту тиммейта аппарата, но все равно зацепило фурыва здесь. Фурыв складывается хорошо. Ну и в итоге спокойненько здесь убежит. Начали поаккуратнее играть ребята. Здесь же, кстати, под Battle Fury Нета расложили. Кстинг. Так. Опять ничего не проделать.
просто мана закончилась, и, соответственно, 5-13 становится счет. Как-то MVP начинает разводить титанов удивительным образом, и ничего не получается у ребят из команды Титан. Ну что, Хайо. Мекка, арканы, и сейчас вот будет еще и дагер. Отлично, все у Тайда. У Тайда видим топ-3 на Творце, и, соответственно, чем дальше, тем лучше. Но опять же, необходим какой-то хороший файт для титанов. В лейт им затягивает это не очень приятно. Опять же, там будут всякие штормы, дремастеры. И огромное количество дефа. Нет, здесь умирает просто-напросто от шторма. И в ответ умирает сам шторм-спирит от снайпера. Не ожидал, наверное, что здесь будет снайпер, а я и Марчи здесь цепанули. Вместе с Рейджером. У нас здесь Хайо и... умерли буквально втроем. Здесь ребята из команды MVP что-то заиграли. Заиграются не опять, потому что какие-то проблемы у них. Ну и да, на... чую, меня просто досят. Скорее всего. Ну и что? Но... Не стали рушить титаны вышку, потому что уже все распанулись, ребята из команды MVP. Покойника здесь ребята из титан отходят. Ну, преимущество, кстати, остановилось на месте, потому что ничего особенного не делали. Ребята из титан, но они могут давить при этом. Ревидж каждый там. Прилетели здесь на Куху, и Куху отправляется в таверну. Да, против пятерых не попрешь уже никак. Выбирает еще здесь шторм себе рунку. Ну и можно попробовать, кстати, зайти на Рошана, забрать его, ну или сломать вышку. Сделать хоть что-то. Зайти на вышку. Очень быстро, кстати, она падает. Т1 не имеет бэкдор протекшн, и, соответственно, очень хорошо забрать третью Т1. Кстати, вперед выходит MVP по башням, так как титана так и не забрали на топе вышечку, и это обидно. Обидно, действительно, они могут это сделать. Что? Титаны залезают дальше у нас, как мы видим, ну и начинает напрягать. Им нужно давить, им нужно давить MVP, но пока что непонятно, почему они этого не делают. Но сейчас Моуганг от команды Титан, можно попробовать цепануть сейчас кого-нибудь в лесу MVP, но, скорее всего, сделали это под вардами, поэтому MVP просто быстренько ретируется поближе к своим вышкам, и не получится никого здесь зацепить. Неудачный смолган, хотя вот здесь Марш немножечко обнаглел. Его залетает у тиммейт аппарата, залетает куча замедлений, но этого не хватает, чтобы убить толстую профетку. Хотя у нее всего 1100 хп, но все равно этого не хватает. Кстати, появляется БКБ у снайпера тем временем, 13 уровня, с Мидасом. Все довольно-таки хорошо, 107 крипов, 2-1 при счет, и... Поглядишь, а снайпер не просто так пикнут. Не знает, как на нем играть ребята от команды Титан. И будут ли сейчас размен. Будет сейчас, скорее всего, размен. Здесь Форрик вместе с Рейзеном начинает напрягать вышечку на топе Кио. Но внизу вся команда Титан. Здесь уже охранял, будет как-то заходить и... Да, улетает, отлично, вместе с ультиметом аппарата, Сагенов разваливается ровно на месте, правда спасается здесь, скорее всего, Брюмастер, если его не догонят, тут некому его догонять.
Ну и задефили, задефили ребята из команды Титан. Правда, на топе все равно Динай был вышки, и я сейчас задинаю снайпер вместе с аппаратом. Ну и продолжат ли давить? Давить могут, давить надо. И 7-17 счет этому подтверждение, и преимущество хоть какое-то, но имеется. Ну, кстати, преимущество потихоньку, полигоньку допадает. Команда MVP все-таки отыгрывает некоторые моменты. И... Титаны, в конце концов, могут просесть, как я и говорил, в лейтгейме. И все у них может сложиться не так приятно, как хотелось бы. Один снайпер не вытащит катку. По-любому. Ну что, Хайо здесь заходит на Хина, замедляет его. Залетает у тиммейт аппаратом. И даже без ульта аппарата спокойненько разложили здесь его. Ну и Куху начинает напиливать 5-1 вышки на топе, про которую... Как я говорил, минут 5 назад мы забыли, но сейчас вспомним. В ответ пытается Марч спушить меч здесь со вторым экзорцизмом вышку внизу. Сюда же прилетает Вайпер, но Вайпер один взятый что-либо сделал, а вот вместе с Айдом уже могут и забрать, поэтому Марч отходит. Марч здесь опасно быть. Ой-ой-ой, как Хайо еще чуть не просел, Кьо залетает и должен умирать здесь. Стайт, да, отлично, убивает здесь Кьо, но у него заканчивается мана, и я тут же прилетает стинг и отправляет в таверну. Один в один размен, ульт аппарат еще попытался дать ему в лес, кто-то еще жив, но нет, все уже ТП-шнулись обратно к себе на базу. Фурыв пытается нафармить себе аганим, догоним ему, конечно же, еще долго. Но других вариантов нет. По фарму он серьезно отстает, и это мы, соответственно, видим. 8-19 счет. Титаны, конечно, впереди. 10 уровень. Кстинг на Рубике. Дайгер имеет, кстати, урна. Вайпер имеет вангуард и собирается в аганим. MVP, снайпер, БКБ. Медас и ПТ. Имеет у Нета 10 уровень гем, кстати, варды, арканы, и также собирается в аганим, ну и вот аганим появляется у Вайпера. У Тайдхантера сборка сразу в рефреш, кем его, кстати, отдают, имеет дайгер. И здесь Кьоу бегает, здесь пару раз еще залетает, огромное количество станов летает, и на этом оканчивается его жизнь, продолжается файт, потихоньку, полигоньку Марша здесь могут спануть, бегает, конечно, за тиммейтит Брюмайса, но особо от него толку-то и нет, Марш также отправляется в таверну, 8-21 становится счет, сейчас же еще цепанут здесь Фурыва, Фурыв пытается на дагере уйти, ну и не смогли, но... Появляется у снайпера еще, кстати, Майлшторм. Совсем все отлично. Ой-ой, залетает сюда на Фурыва. Фурыв. Очень больно. Ну и сейчас будут давить. 13 секунд имеется... До Банши, 10 секунд до Шторм Спирит, и это минус Т2 на миде, 100%. Крипы довольно-таки далеко отпушены на топе, поэтому забрать сразу еще Т2 на топе не получится, но с другой стороны попробовать навязать файт, почему бы и нет. Тут видим, здесь стоят три персонажа, байтят на Вайпера, но никто не забайтится от команды MVP на Вайпера, знают, что так возможно, и поэтому не стали действовать, делать необдуманных вещей. Кстати, Гио себе дальше еще фармит, у него есть арчит, собирается потихоньку в БКБ. Ну и посмотрим, что к этому приведет. У снайпера, кстати, 13 тысяч нетворс уже имеется, и это довольно-таки много. Все дальше и дальше он уходит по фарму от своих соперников, и, кстати, этот снайпер все-таки может, наверное, развалить всю команду MVP в скором времени, если ничего не удастся сделать с ним. Если он дальше будет продолжать вот так же очень-очень жестко фармить. На 5000 обходит он Шторма или того же самого Марча. На 5,5. Что ему еще летит? А, ему летит рецепт на Мжолнир. И сейчас буквально-таки через 100 голды будет еще и Мжолнир у него. Ну, вышка на топе очень быстро сейчас упадет. Ребята из команды EVP совсем не там, где им
стоило бы быть. И с другой стороны, опять же, внешне фигурал очень тяжело им дефить. Дефить можно только внутренне более-менее. Вот, кстати, Глиф и Зайцы сейчас нужно фаст-ФП сюда делать. Прилетает только один пока что Хин. У остальных ребят что? Ну да, есть все. Прилетает сюда на Стинг, Стинг вообще живет еще до сих пор. Прилетает сюда ультимейт аппарата, но там не в кого фактически улетать. Очень сильно распадается земляной спирит. Вообще, сам прямастер, но все-таки пока что выживает. Так, здесь Резин на цепаную, Резин очень сильно проседает, Резин должен умирать. Да, все-таки умирает, один в один размен, здесь же улетает. Пока что фуры вместе с Кио, Кио отправляется за вторенный размен, пока что 3 в 2. Ой-ой-ой, здесь еще Куку. Пока что живет, пытается убить Кино, промазывает одну вторую тычку, но третий все-таки добивает. Куку еще дерется против фурыва, должен кто-то жить, но это тоже не Куку, у него пока что убивает только Аегис. Ну и что, будет продолжать? Вряд ли, скорее всего отойдут, потому что у Хайо нету ничего, единственное, что он может сейчас привязать, это Меку. Ну а Дайгер куда-то залетает, пытались цепануть они Марча. Матч Куку, ну и соответственно сейчас отходит. Там не получилось зайти, порыв, Дагер залетает, как отлично. Гем выбивает, ну и Куку пытается сделать ТП, это у него не получается. И также может сейчас отправиться в таверну. Просто замечательный град команды MVP. 13-26, 28 минута. И все хорошо сейчас у команды MVP произошло. Ну что, Марч, 15 уровень, с юлами 2300, так что скоро вполне будет то, что надо, закуп, и на 16 уровне 21 дух с экзорцизмом будет очень-очень больно бить команде Титан в лицо. Ну и у того же Нета до сих пор нету сейчас Аганима, хотя давно он мог этого сделать, и все-таки начали догонять потихоньку MVP. Да, если мы посмотрим по графикам, то 12 тысяч преимущества потихоньку начали таять. Опять же, с другой стороны, как подсоберутся Титаны, как соберутся MVP, вопрос в этом. Преимущество все равно до сих пор большое, и это 30-я минута. И опять же, тот же снайпер с 8-секундным БКБ Мидасом Жолнером будет фармить очень-очень быстро. БКБ просто выживание. Ну и, соответственно, будут появляться дополнительные айтемы, криты, будут появляться те же самые МКБ против брюмастера. И посмотрим, что из этого выйдет. Вайпера уже собирается потихоньку Тарас. 2400 хп, довольно-таки жирный Куху, и все у него будет отлично. У Рубика Дагер, Арканы, Урна. Больше ничего пока что не появилось. Кстати, один раз за все время умер Ксинг, здесь залетает на Киоу. Киоу пытается убежать. Да, у него, конечно, огромное количество вариантов сбежать. Но еще плюс здесь фарт Ризена. Он сейчас еще отхилится по-быстрому и может опять пытаться в кого-то влетать. Тайт, 17 уровень, рефреш таки он себе собрал, и вот теперь каточка будет еще сложнее для команды MVP, потому что два реведжа это очень-очень тяжело пережить. С другой стороны, и своровать-то нечего, Рубик тут живет против тебя, а не за тебя, и поэтому ответный реведж-то и не дать. У команды MVP Деспрофетка вот получает наконец-то 16 уровень, БКБ у нее появляется... Фейзы и ул барабаны, и бегает она довольно-таки быстро. Здесь, кстати, цепанули у нас Куху и гонят Кстинг. Кстинг вряд ли отсюда куда-то уйдет и также отправится в таверну отметиться со своим другом. Хотя здесь Охайо залетел, но Кстинг очень сильно все равно проседает. Даже вот этих брюмастерят. Кстати, куда-то он улетел так. Брюмастер резко, потому что... не стал драться, не стали драться MVP, но осталось два внешних тавера, кстати, и их не получается никак забрать, Титаны очень хорошо дефят. Значит, что, на чем я остановился? Может быть, на Джаггернауте, который потихоньку собирается в Аганим,
И со временем он у него будет. Правда, счет 2-7-3 у Рейзена. Это не очень качественный показатель в данной игре. Но кому-то же умирать надо. И Мафио здесь заходит с Рэвиджем, ультимейтом аппарата. Ну и никуда не получается у него здесь уйти. Кстати, 63 секунды без байбека. Можно попробовать что-то здесь сделать ребятам из команды Титан. И они будут пытаться еще забрать марч. Марч. Ее пытается убежать на хосте. Это, конечно же, его не совсем получается. И выйдет. Начинает. MVP здесь. Ну и с другой стороны залетел Хайол на Рейзена. Рейзен делает сейф ТП. Ну и это у него удается. Хотя не совсем. Умирает он на базе от ультимейта аппарата. Ой, ультимейт аппарата, говорю, от ультимейта куху. Обидно. Обидно так умирать. Ну и что? 20 секунд до Кьюлу, 27 секунд до Рейзена, и можно попробовать зайти и сломать хотя бы Т3-1, но юзается глиф, еще 5 секунд. Есть возможность подефить, но кем тут подефить? Да, Диспрофет имеет, конечно, экзорцизм, она его вот как раз юзает, и сейчас будут пытаться цеплять команду Титан. Титан, если долго здесь будут драться, могут еще и отлететь. Уху очень сильно просел. 2400 кп, конечно, все хорошо, но будет совсем не так приятно. С другой стороны, снайпер набрил все-таки вышку. Рэвич никуда. Ой-ой-ой-ой. Залетает сюда порыв уже. Начинает очень сильно проседать Куху вместе с Тайдом. Ай-яй-яй, минус один, минус второй. И будут походят дальше за командой Титан. Титан сейчас не в самой лучшей ситуации. MVP все-таки сбивает здесь ТП. Также Ксинка убивает, ну и уже минус 4, кстати, все равно разменяли в одного. Эмэйдж управляется вторенно, но пытался сделать ТП, это у него не получилось, и 5-1. Вот так вот, MVP просто-напросто взяли и чуть ли не перевернули сейчас игру, и побежали дальше, дальше, дальше. Могут, конечно, сломать Т2, Т3 вряд ли им кто-то даст сломать, потому что там есть байбеки у снайпера, Рубика и аппарата. А вот дальше что будет, пока что неизвестно. Нет, все-таки промедлили здесь ребята с команды MVP, и поэтому забрали только один Т2. Есть, правда, Рошан. Рошан второй без сыра, но с другой стороны можно было бы его попробовать еще забрать. Как-то не подумали, по-моему, об этом MVP. Ну и уже подключились ребята из Титана. Ну что, графики все так же стоят. 10 тысяч преимущества Титанов стоят на месте. Уже почти 10 минут. А вот Experience прямо взлетел. 8 тысяч после предыдущего файта отыграли MVP. И чем дальше, тем хуже будет малазийцам. Корейцы, как говорится, не лыком шиты. Ну что, 19-29. Разница уже только в 10 крипах. А у меня все так же продолжает лагать стрим, я так подозреваю. Да, причем это не из-за интернета. Самое это обидное. Так, Йо залетает сюда. Начинает пилить Нета. Нет очень сильно проседает. Йо. Также под Сайленсом. Нет, Сайленс попадает. Ну и что? Его будет жить. Здесь же попадается у нас Брюмастер и пытается кого-то догнать. Пытается убить Куху. 2500 хп. Живет, конечно, довольно-таки долго. И один Брюмастер его здесь никак не убьет. И против четырех сейчас же остается Брю. И это, кстати, очень проблема. И могут быть проблемы. Залетает сюда ультимейт, но правда по троим, и расходится 1100 дэмэджа по всем. Ультимейт. Здесь цепляет, опять же, порывок. Стинг вместе с Нетом. Пытается его убить. Замедление. И должен здесь умирать порыв. Никуда он вряд ли. Никуда он здесь не уйдет. 300 хп буквально остается и добивает его Рубик. Санитарным скиллом. Ну и что, можно попробовать зайти, все-таки убить Рошана, ради чего здесь и была потасовка все это время. Размен 1-1, все ради того, чтобы убить Рошана.
И Рошан должен приседать очень-очень быстро. Юзается еще мека. Ну и Рошан стоит. Получает огромную пичку. И, кстати, что у нас у снайпера? У снайпера сборка в мантуе, подозреваем. Ну, вот тут и матч, кстати. Без экзорцизма, я уже сейчас спокойненько и быстро зайду. Но попытался опять же здесь тапать Шторм Спирит Аегис, но это у него не получилось. В итоге на 70 секунд отправляется в таверну. Вторая ошибка от Киоу за эту игру. И опять же с этим же самым Аегисом ультимейт аппарата мимо Хина, но пытается его также догнать, как мансует Хин просто. Непонятная траектория уходит, не догоняет его здесь ребята из команды Титан и даже его не находят. Он совершенно не туда пошел, куда они подозревали. Ну и что? Уху вместе с Тараской. Вот здесь 6-й на 37-й минуте. 1100 голды еще сверху у него имеется. Очень-очень толстый вайпер. Почти 3000 хп и... Попробую его такого толстого убей. С другой стороны, есть снайпер, который купил себе таки манту. У него еще 1700 сверху уже имеется. Ну и форстав появляется у аппарата. Аппарат решил пойти не через гонима, а через сейв себя. Купил гост, купил форстав. Может быть, это поможет ему. 5-5-12 счет имеется все-таки. 20 тысяч голды у снайпера. На 5000 он даже почти на 6000 превосходит Марча. Я уже молчу про количество фарма у того же самого Брюмастера. Курьера, кстати, также когда-то потеряли минутку назад. Пропустил я это. Ну что, слетаем здесь на куку. Куку 3000 хп. Здесь же все. Здесь же Алкайов будет. Ревэдж. Не успевает что делать Ревэдж. И проблемы сейчас будут у команды Титан, хотя еще у кого проблемы. ПКБ бегает здесь профетка, очень больно раздает своим экзорцизмом третьего уровня. Ну и Охайо делает хороший ревейдж по двоим, распрыгивается здесь же сразу Джаггернаут, уже минус 2. Это только сразу минус Аегис, Куку также должен сейчас умирать, Марч не выживает. Снайпер начинает накидывать здесь в Рейзена, Рейзен жжет, нет, все-таки умирает, Форык. Также сейчас должен умирать, у него уже нет ультимейта, и это минус 4. Титаны сейчас сделали все просто замечательно, сразу делается байбек, и у остальных игроков команды MVP нету байбека, и, соответственно, можно попробовать зайти. Но Тайт уже прожал. И Ревич, и рефреш, что вся надежда на Кио вместе с Брюмастером. Так, Кио залетает на MVP, пытается его убить. MVP начинает напиливать порыву. Это, кстати, у него не особо хорошо получается, да, под промахами. Но вот Форыв попался под ультимейт аппарата и, соответственно, также отправится в таверну. У него нет байбека на 90 секунд. И это должна быть минус сторона. Титаны отлично подрались и должны сейчас что-то сломать. Да лолы, они просто отходят. Неужто боятся этого QO вместе со SkyMage'ем и просто убегают на базу. Решили не рисковать на 40-й минуте. Решили просто отойти подальше. Ну, MVP имеет еще шанс. Может, даже два. Перевернуть эту игру. Что, Марч собрал себе Шиву. Рубик своровал, кстати, Крипсворм. Ну, Крипсворм — это такое дело. Своровал бы ты экзорцизм, было бы совсем другое. Слетаю здесь у нас на Марче. Марч сильно проседает, отправляется в таверну на 75 секунд. И опять же, без байбека. Какая ошибка сейчас была от Марча. Это может стоить им игры. Ай-яй-яй.
какую еще закидывает ультимейт в Sky Mage, туда же залетает ультимейт от снайпера, но это минус сторона. Минимум, можно даже минус две стороны, где-то там позади стоят Стинг вместе с Тайтом, зная, что Вайпера этого не убить очень быстро, но зная, что MVP раздает просто с такой огромной ренжи, что его цепануть самого по себе очень тяжело, да и плюс имеет БКБ. Ну вот они. Клоны залетает всего в стадии Стинга. Стинг должен умирать, хотя нет, он ставится отлично, просто его выхиливают на ура, и все-таки он выживает. Не отправляет снайпер в таверну SkyMage на ровном месте, и это минус две стороны. Еще и SkyMage нету тут, можно попробовать что-то сделать, но Борус пишет ГГ, и первый матч на этом заканчивается. И, к сожалению, массовые атаки на мой интернет. Так что, друзья, на этом все. С вами был Микелиард. Спасибо за то, что вы смотрели, за то, что были со мной все это время, и к вам сейчас переключается.